Начало первой после праздничной недели порадует красноярцев теплом. Уже завтра днем синоптики обещают всего минус 3 градуса, ночью около 12. А в четверг и вовсе столбики термометров поднимутся до плюс 2, в темное время суток минус 5. Комфортная погода сохранится еще и в пятницу, днем 3 градуса выше 0, простите, ниже 0. В выходные вновь начнет холодать, днем в субботу минус 10, а в ночь на воскресенье уже минус 17. И в начале следующей недели, судя по прогнозам, тепла ждать не приходится. В понедельник ночью минус 15, днем около 10 мороза. Все дни в Красноярске синоптики обещают снежную погоду. Осадки пройдут и на севере края, в Труханском районе и в Овенкии. А на юге Таймыра в ближайшие два дня ожидаются порывы юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду и мороз ночью до минус 35, днем минус 30. Наиболее теплая погода ожидается в первой половине недели в Труханском районе. Ночью минус 15-20, днем минус 9, минус 14. Но уже к понедельнику здесь похолодает, ночью до минус 33, и днем будет не выше минус 23. Самая прохладная погода здесь ожидается в Овенкийском муниципальном районе. Ночные температуры от минус 30 до минус 40, местами до минус 50, и днем от минус 23 до минус 33.